и на другой автомобиль, и на третий автомобиль. Сейчас BMW первой серии имеет три варианта. Хэтчбэк, анонсированный купе и кабриолет. И, разумеется, мы не могли себе не отказать в удовольствии прокатиться на таком автомобиле и поговорить. И вот о чем. О том, что сейчас Автопул, официальный дилер этой марки, может являться и является официальным лидером в городе Магнитогорске, в смысле кабриолет. Сами подумайте. Кабрик от BMW. И стоимость 1 миллион 200 с небольшим. Ну, различные варианты комплектации. Мы сейчас едем на самой топовой комплектации. С кожаным салоном. И те, кто говорил, что BMW маленькая машина, могут внимательно посмотреть назад. Сзади меня сидят очень красивые, симпатичные девушки. Скажем так, ну, с коленками и с ногами не маленькой длины. И сидят нам достаточно комфортно. То есть, ну вот, пожалуйста, комфортный кабриолетик, да? И даже когда крыша складывается, место в багажнике не уменьшается. Что он себе позволяет? Ну, он себе позволяет много еще. Не буду сейчас это делать, потому что пойдет тест-драйв. А пойдет еще и варианты, и такие есть в продаже, только в кузове купе. Двухлитровый турбодизель от BMW. Максимальный крутящий момент у которого достигается на 4000 оборотов. Сами подумайте, это как так дизель раскрутить, когда для многих 4000 оборотов это просто потолок. Но BMW сумела. И, соответственно, выключив кое-что, есть тут такая магическая кнопочка, можно даже на автомате заставить эту машину доставлять максимум удовольствия. То есть дрифтовать, пожалуйста. Управляемый занос, ну, было бы еще где. Что касается кабриолета. Ну, анонс выдающийся, действительно, устроили менеджеры Автограда. Даже увеличивая скорость, форма лобового стекла нам позволяет ехать совершенно комфортно. Ну, а тогда, когда действительно становится холодно, пожалуйста, за 26 секунд складывается вверх. Нет проблем. Ну, не рекомендую это делать в движении. Можно припарковаться и сделать это. В завершении хотелось бы вот что сказать. Конечно, BMW первой серии сейчас это, наверное, наиболее доступный вариант от BMW. И при этом он в полной степени удовлетворяет все ваши BMW-шные амбиции. Потому что это широкая гамма движков, потрясающая управляемость и заднеприводность. И все это где? На Маржане 9 в супермаркете «Автоград». А теперь подумаем о том, как легко эти машины купить. А нет проблем. И даже имея в арсенале вот такой автомобиль, вот видите, да? Я, честно говоря, сегодня вот предложил своей половине, типа, ну что, давай попробуем, напрячься, ты можешь напрягаться-то не надо, 40, даже 30% предоплаты, Райффайзенбанк, никаких справок, МДФЛ, ничего не надо. И, пожалуйста, автомобили легко кредитуются, а как они ездят, о, сказка. Ну, а теперь другой вопрос. Почему я себе не покупаю ни мерсов, ни бумеров? Я все-таки любитель истории. Эти машины для меня были всего в нескольких классах. Цешка, Ешка, Эска и Гешка. И тройка, пятерка, семерка, а также шестерка и восьмерка от Бумера. Другого не дано. Это были символы успеха. Мало денег. Цешка и трешка. Чуть больше. Ешка и пятерка. Сверх того. Семерка, шестерка, восьмерка и Гешка и Эска. Во как жить надо. А развал ко всем моделям привел к развалу производства. Ну а для остальных только два варианта от Audi и далее исключительное качество Volkswagen. Мы говорим о людях, зарабатывающих деньги. Мы не будем говорить о Lambo, Ferrari и Porsche. Это было для маленьких людей, ну либо таких уже самых крутых, которые сами себе деньги сделали. Это была еще та Германия. Раньше с ней никак не поспоришь. А что теперь? Теперь по качеству только нормальная и в правом руле Япония. А дальше мои ненаглядные штаты. Так что, господа, реклама рекламой, но я сторонник качественной продукции.